ну, как своего рода и подготовка к трапезе. И днес ще имам слово като подготовка за трапезата. И такая очень серьезная тема. И много серьезная тема. Тема моей проповеди сегодня называется «Так тоже спасется». Темата на моята проповед днес е все пак «Кой ще се спаси?» Православные, католики или протестанты? Православните, протестанти или католици. Сразу скажу, что это такой провоцирующий вопрос. И веднага ще кажа, че това е провокативен вопрос. Ну, попробуем на него сегодня хотя бы немножко ответить. Обаче днес ще се опитаме поне малко да отговорим. Давайте вместе откроем книгу Откровения. Нека заедно отворим книгата Откровение. Третья глава. Третья глава. С 14 стиха. От 14 стих. На проекторе вы можете видеть перевод. На проектора можете да видите. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Аминь. Очень серьезное место. Това е много сериозно място. И мы знаем по многим пророчествам. И знаем по многото пророчества. Что речь идет о последнем периоде в церкви. Че тук става дума за последния период в църквата. Он так и получил название Лаодикийский период. Получава наименование Лаодикийский период. И Лаодикийский период будет, ну, я хочу сказать, что он уже наступил, в принципе. Искам да кажа, че този период вече е настанал. Мы живем в период Лаодикийской церкви. Живеем в период на Лаодикийската церква. И Лаодикийская церковь будет известна тем, и тя ще се слави с това, что она станет богатой. Че ще стане богата. Будут огромные красивые здания. И ще има огромни красиви сгради. Они будут официальные. Те ще са официални. Будут показываться по телевидению. Ще се показват по телевизията. И все будет просто, ну, на самом высшем уровне. И всичко ще е на най-високото ниво. И почему-то будет считаться, и по някакъв начин ще се смята, что признак христианина, че признак за християнин, основной признак, основният признак на християнин, это богатый и преуспевающий, е богат и преуспял, ни в чем не нуждающийся человек, който не се нуждае в нищо, со всех сторон обставленный, и от всички страни си има всичко, и имеющий успех, имащ успех, и похвалу от всех людей, и похвала от всички хора, в том числе и от светских людей, също така и от светските хора, светские и мирские люди будут смотреть, светските хора ще гледат, ну, вот это церковь, и ще казват, ето това вот е църква, понимаю. Разбирам, я тоже хочу быть таким верующим, и аз искам да съм такъв вярващ, богатым, богат, преуспевающим, преуспял, успешным, успешен, но, знаете, слова Иисуса Христа, обаче думите на Иисус Христос, о том, что несмотря на все твое богатство, за това, че въпреки всичкото ти богатство, если смотреть глазами Бога, ако гледаш през очите на Бога, то духовная сущность, духовната същност, внутренняя составляющая и вътрешната съставка, а не знаешь, что ты несчастен. Вы знаете, есть другое место, которое говорит, что счастье человека не зависит от изобилия имения. И има друго място, което казва, че щастието на човека не зависи от това дали има имение. Я видел очень много богатых людей. И съм виждал много богати хора. С абсолютно разбитыми судьбами. С абсолютно разбити съдби. И абсолютно несчастными. И абсолютно нещастни. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ? И слеп, и наг. Не знаешь ли, че си нещастен и сляп, и гол? То есть Бог смотрит на богатого человека. То есть Господь гледа богатия човек. Который называет себя христианином. Който се нарича християнин. Видит его сущность. Вижда същността му. И говорит, ты знаешь, какой ты на самом деле? И казва, знаешь ли, какъв си ти всъщност? В мои глаза, в моих Божьих глазах. В моите Божьи очи. Ты ничего не имеешь. Ти нищо нямаш. Потому что прилепился к своему серебру. Защото си се долепил до среброто си. И на самом деле, там, где сокровище твое. И всъщност там, където е съкровището ти. Там и сердце твое. Это тоже слова Иисуса Христа. И сърцето. Това са думите на Иисус. Куда идут твои финансы? Къде отиват твоите финанси?
Идут ли они на Божие дело? Дали утиват за Божие дела? На распространение Евангелия? За распространение на Евангелие? До края земли? До края на земята? На евангелизацию? За евангелизацию? На тем, чтобы накормить бедных? За това да се нахрани на бедници? Одеть, да, нищих? Да се облекат голите? Ну, то есть пустить финансы на то, что Иисус Христос хочет. То есть да се дадат финансы за това, което Иисус иска. Или твои финансы идут еще на то, чтобы ты тебе стать еще более богатым. Или финансите ти отиват в това да станешь още по-богат. И ты расстроил такие закрома. Защото си построил. И думаешь, ну вот я себе настроил столько. Такива сгради и си мислиш. Что и мне хватит. Это построих си толкова и много. И моим детям. Че и за мен ще ми стигни, и за децата ми, и за внуците ми. И тоже знаем об этом притче, да? Знаем притчата за това, нали? О том, что и ты не знаешь, что в эту ночь душу возьмут твою това, у тебя. Ти не знаешь, че тази нощ те ти вземат душата. О чем я сегодня? За какво говоря? Вы знаете, потом Иисус Христос говорит. След това Иисус казва. У если бы ты был бы холоден. Ако беше студен или горяч, или горещ. Ну, что такое холодный христианин? Какво значи студен христианин? Ну, или, ну, это человек, в принципе, который может только себя условно называть христианином. Това е човек, който може само условно да се нарича християнин. Номинальный, формальный. Номинален или формален християнин. Человек, который может вообще быть нерожденным свыше. Човек, който може да не е роден от свыше. Ну, холодный значит мертвый. Студен значит мертв. Или горячий христианин. Или горещ христианин. И Иисус Христос говорит, вот хорошо было бы, если бы ты был бы или холодный, или горячий. Иисус Христос сказал, би било добре да си или студен, или топъл. Или мертвый, или живой. Или мертв, или жив. Но как ты тепл. Обаче, штом си хладок. То извергну тебя из уст моих. Ще те повърна из устата си. То есть здесь Иисус Христос выражает свое какое-то, знаете, раздражение. Иисус Христос изразява своето дразнение, раздражение. Какое-то неприятие. Какво неприязн. Ему неприятно, что христианин может быть теплым христианином. Ему приятно, что христианин может да и хладок. То есть не вашим, не нашим. То есть ни то за вас, ни то за нас. Как вы думаете, кто такой теплый христианин? И как все мыслите, кой хладок христианин? Ну, теплый христианин это тот, который посвящен. Но този, който е посветен, частично. Обаче частично. Ну, я дам Богу часть своего времени. Ще дам на Бог част от времето си. Часть своих финансов. Част от своите финанси. Часть своего сердца. Част от своето сърце. Часть своей жизни. Част от своя живот. Но это всего лишь малая часть. Обаче това е само малко. Все не могу изменить. От живота ми. Не искам да дам цял живот. У меня есть более, ну, другие задачи. Имам си други задачи. Мне хочется еще то или другое. Искаме се това или онова. Или третье. Или нечто друго. Я даже буду посещать церковь. И даже ще ходя на църква. Я буду посещать собрания. Ще посещавам събрания. Буду посещать семинары. Ще ходя на семинари. Но дальше определенной черты я переступать не буду. Обаче зад някаква черта не искам да пристъпвам. Это не мое. Не и мое. Не до фанатизма, как говорят. Не искам да стигам до крайности. Вот это теплое христианство. И твоя хлада христианин. И вы знаете, в последнее время это теплое христианство получит колоссальное распространение. И напоследок твоя хладко христианство ще има голямо распространение. Очень много людей будут называть себя христианами. Много хора ще се наричат християни. И вы знаете, вот сегодня я задаю такой вопрос. Так кто же все-таки спасется? И днес задам този вопрос. Кой ще се спаси? Спасутся ли православные? Дали ще се спасят православните? Спасутся ли католики? Дали ще се спасят католиците? Спасутся ли протестанты? Дали ще се спасят протестантите? И давайте я прочту одно такое уникальное место, которое и сразу... И ще прочитем едно уникално място. Определяет. Което веднага определя. Дает ответ на вопрос. И дава отговор. И оно написано в Евангелии от Луки. И го пише в Евангелии от Лука. 14 глава. С 25 стиха. 25 стих. Давайте мы прочитаем, что пишет евангелист Лука. На проекторе на болгарском языке. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, и может, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для свершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить
и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто это имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Это Слово Божие, это слова Иисуса Христа. Вас задумайте на Иисус Христос. Это определенная такая основа и постулат. И определенная основа. Которую мы не можем пренебречь. Куяту не можем да пренебрегнем. Я хочу сказать, что вот этим словом Иисус Христос. И через това слово Иисус Христос. Отметает все то, что не относится к ученичеству. Примахва всичко онова, което не се отнася до ученичеството. Вы знаете, многие могут смело назвать себя христианами. И мнозина могут да се нарекат смело христиане. Но когда спрашиваешь у человека, а являешься ли ты его учеником? Обаче, когато попиташ человека, дали се являешь негов ученик. То есть, чем человек, человеком, который оставил все. То есть человек, который оставил всичко. Мать свою. Майка си. Отца своего. Баща си. Детей свои. Децата си. Имение свое. Своето, и свой имот. И свою душу отверг. И душата си. Положил под ноги Иисус Христа. И хвалил пред нозете на Иисус То Христос. То есть полное посвящение. То есть полное посвящение. Полное посвящение. Полное посвящение. И тогда мы видим о том, что ну просто... На сегодняшний день можно смело сказать миллиарды. И тогда видим, что днес миллиарды хора. Потому что католиков только около 1 миллиарда. Потому что только само католицы са более миллиарда. Повече от 1 миллиард. Протестантов что-то около миллиарда. Протестантите са около 1 миллиард. Православных меньше всего. Православните са най-малко. Что-то около 200 миллионов. Нечто около 200 миллионов. И вот основная масса, они просто автоматически, масса просто да? автоматично. Просто автоматически отсекаются. Автоматично все примахивают. Отпадают. Отпадат. Я хочу ответить сегодня на мой поставленный вопрос. Искам да отговорить днес на поставленный вопрос. Так кто же спасется? Кой ще се спаси? Я скажу смело, на основании вот этого места Писания. И смело ще кажа на основанието на това място. Что ни католики. Че нито католиците. Ни православные. Нито православните. Ни протестанты. Нито протестантите. Не спасутся. Няма да се спасят. Почему? Защо? Потому что ни православие. Защото нито православие. Ни католицизм. Нито католицизм. Ни протестантизм. Нито протестантизм. Не спасает. Не спасяват. А что спасает? А какво спасява? Я скажу вам. Спасает полное посвящение своей жизни Иисусу Христу. Спасало полное посвящение на свое животное Иисус Христос. И повторю еще раз. Полное посвящение нашему Господу Иисусу Христу. Полное посвящение на наше Господа Иисус Христос. Спасутся. И ще се спасят. Ученики. Учениците. И полные последователи Иисуса Христа. И полные последователи на Иисус Христос. Не те, которые частично. Не онези, които частично. Ну вот я подачку, да, вот просто вот. Что-то просто для успокоения в душе. Имею то просто, что дам нечто за успокоение ну, вот на душе. Ну вот на тебе, Господь, возьми. Эту тебе, Господи, взими. И отстань от меня. И се махни. Я хочу жить так, как аз я хочу искам жить. Искам да живе, как-то аз искам. Это ученик? Това дали ученик. Так много христиан сегодня говорят. Много христиане казват така Я хочу сказать, что христианин это не... Нельзя сказать, что это автоматически последователь Иисуса Христа. Искам да кажа, че христианин не значит, че автоматично е последователь Иисус. Сегодня очень много христиан. Днес много христиане. И очень мало учеников. И много малко ученицы. Очень много христиан. Много христиане. И очень мало учеников. И много малко ученицы. И вот это очень такая, знаете, печальная картина. И твоя много тыжна гледка. Ну, знаете, что лично меня утешает? Обаче, какво ме успокоява? Что даже в те времена. Че даже в онези времена. Когда Иисус Христос сам во своей плоти. Когато Иисус Христос в свой плод. Ходил по земле. Е вървял по земята. Его можно было послушать. Може да се го чува. Его можно было увидеть. Може ли да го виждат? Можно было подойти и прикоснуться. Може ли да отидат при него и да го докоснат? А сколько было у Иисуса Христа последователей? Колко последователей имал Иисус? Вот примерно столько, сколько сегодня в зале сидит. Около толкова, колкото има днес ну, в залата. 12 учеников, 12 апостолов. 12 апостоли, ученици. Жены, которые постоянно были с Иисусом Христом. Жени, които са вървяли заедно с Иисус. Мать Иисуса Христа. Майката му. Мария Клеопова. Мария. Мария Магдалена. Мария Магдалена. Другие жены. И другие жени. Другие братья. И другие братья. Один из которых потом стал, заместил предателя Иуду, да? Един от които е заместил предател Иуда. Потому что написано, он от самого начала был с ними. Защото пише, че от самото начало бил с тях.
И вот сегодня примерно такая же картина. И днес е подобна гледката. На самом деле спасаются очень мало людей. Спасават се много малко хора. Еще одну истину я сегодня скажу. И още една истина ще кажа. Что обрести спасение очень легко. Че да придобиеш спасението е много лесно. Потому что так написано. За что-то така пише. Всякий, призвавший имя Господне. Всякий, който призове името на Господ. Что сделает? Какво? Спасет. Ще се спаси. Сердцем веруют в праведности. И в сердцето вярват в праведността. Устами исповедуют ко спасению. А через устата исповедуют спасението. Я хочу привести еще одно место. Искам да покажа още едно място. И это знаменитое место. Много познато място. Про разбойника. За един разбойник. И кто-то скажет, а что же с разбойником? И някой ще каже, какво с него? Он не был учеником Иисуса Христа. Той не е бил ученика на Исус. Он был злодей. Той бил злодей. Он был убийца. И е бил убийца. Он покаялся перед самой своей смертью. Се е покаял пред смъртта си. И Иисус ему сказал, ныне же будешь со мной на небе. Иисус му е казал, ще си с мен на небето. И давайте мы это место рассмотрим сегодня. И нека поглядим това място. Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Лука, 23 глава. С 32 стиха. От 32 стих. Угу, есть перевод. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорит, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь вместе с ними начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Потому что Иисус иногда говорил, «Вера твоя спасла тебя». Или прощал грехи, потому что фарисеи понимали о том, что только один Бог может прощать грехи, только один Бог может спасать. А Иисус Христос о себе делал такие заявления. Говорит, если других спасал, то и себя спаси сейчас. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда я сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, кто? Господи, когда придешь в царствие твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Я хотел бы, знаете, тоже задать некоторые вопросы сегодня. Искам днес да ви задам няколко вопроса. Вот представь себя на кресте. Представите си, че сте на кръста. Я скажу так. И ще кажа така. Что каждый из нас. Че всеки един от нас. Оказался бы на кресте. На подобном месте казни. Би се оказал на кръста или на подобно място. И был бы опозорен. И би бил посрамен. Если бы не жертва Иисуса Христа. Ако не беше жертвата на Иисус Христос. Представь, что ты висишь рядом с Иисусом. И си представи си, че висиш до кръста на Иисус. И внизу толпа. И долу има толпа. Толпа глумится. И толпата нещо шуми. Богохульствует. Богохулства. Кидает грязь в Иисус Христа. Хвърля кал по Иисус Христос. Поносит и оскорбляет его. Обижда го. Знаете, вот такая ярость, ненависть. Ярость и омраза. И тебе нужно засвидетельствовать. И ти трябва да свидетелстваш. О том, что тот, кто висит. За това, че този, който виси. Рядом с тобой. До теб. Это и сам Господь. Е самия Господ. Не смейте богохульствовать. Без да богохулствате. А тебя распяли уже. Ти вече си разпънат. И тебе больно. И те боли. И вроде бы тебе не до того. И уж не искаш да мислиш даже за това. Чтобы за кого-то еще вступаться. Да се застъпиш за някого. Еще немножко пройдет, и тебе перебьют ноги. Ще мине малко време, и ще ти избият краката. Для того, чтобы ты умер мучительной смертью. За да умреш с мучителна смърт. Чуть попозже разбойникам перебили ноги. И малко по-късно разбиват краката им. И под тяжестью своих тел. И под тяжестта на телата си. Там внутри все разорвало, все скукожилось. Отвътре всичко се разкъсва. Дыхание перекрылось. И се свива. И дишането се свира. И они очень быстро умерли. И те много бързо умират. Но перед этим этот злодей, бывший злодей, обаче преди това този бивш злодей успел что-то исповедать. И успял да исповядва нещо. Он поверил.
и поверовал, что Иисус Христос это Господь, Иисус Христос это Господь, и он проговорил это, и той го и проговорил, всей вот этой разъяренной толпе, на целата тази толпа, смог бы ты это сделать? Били могыл ти да го направиш? Вот спроси у себя сегодня. Питайся днес. Вот в моем представлении, и в моето представление, этот разбойник, този разбойник, он совершил настоящий подвиг. Я совершил извершил истинский подвиг. Он заступился за Иисуса То Христа. То есть заступил за Иисуса Христа. Находясь сам. Намирайкися сам. В очень страшном и ужасном положении. В много страшном положении. В мучениях и в скорби. В мучениях и скорб. Претерпевая страшную боль. Претерпейки тази болка. Он исповедовал, что мы справедливо страдаем сейчас. То исповедовал, что не справедливо страдаме сега. Он пострадал, он ничего плохого не сделал. Кто страда без да и направил ничто лошо. Ничего плохого. Ничто лошо. Это говорится о том, что этот человек наблюдал за жизнью Иисуса. И тук разбираме, че този човек е наблюдавал живота на Исус. Он знал, что этот человек ничего плохого не сделал. И знал, че този човек ничто лошо не сторил. Хотя соблазнов было много. Вопреки, че имал много соблазни. Адвокат Иисуса Христа. Адвокат на Иисус Христос. Вступился за Господа. Сей заступил за Господ. Провозгласил его Господом. И го провозгласил за Господ. Иисус Христос именно по этой причине говорит. Иисус Христос точно по тази причина казва. Не оставляя никаких сомнений. Не оставляя никакви сомнения. Ныне, то есть сейчас. Сега. Спустя очень короткое время. И след кратко время. Ты будешь вместе со мной. Ти ще си с мен. На небесах. Там на небесата. И вы знаете, вот этот бывший разбойник, и тот бывший разбойник, ну, я могу так сказать, он претерпел довольно быстрый процесс спасения. Могу так сказать, что я претерпел много быстрый процесс на спасении. В какой-то степени я могу сказать, что, ну, это демонстрация. И то некаква степень могу так сказать, что твоя демонстрация. Божьей милости. На Божьей это милость. Божья благодать. На Божьей это благодать. Которую вот именно вот этого человека. Которую точно този человек. Спасла однократно. И спасила однократно. Мгновенно. Мигновенно. А мы в самые страшные грехи. Измивайки най-страшните грехове. Демонстрация безграничной Божьей любви. Демонстрация на безгранично Божья это любовь. К человеку. Ком человек. Демонстрация того, что Бог может простить любой грех. Демонстрация на това, че Бог може да прости всеки грях. Кроме хулы на Святого Духа. Освен богохулството. И вот этот разбойник. И този разбойник. Уже через несколько минут. След няколко минути. Он уже был на небесах. Вече бил на небесата. Скажи слава Богу. Скажите слава на Бога. Потому что это дает нам надежду. Что-то това не дало надежда. Но я хочу сказать о том, что вот хорошее место из Писания, которое говорит. И одно хорошее место от Писания, то кое-то казва. Иных. Другие. Бог восхищает. Бог ги взима. От зла. От злото. Мы не знаем, что могло бы быть. И не знаем, какво би могло да бъде. Если бы этот разбойник покаялся. Ако този разбойник би се покаял. И остался еще какое-то длительное время на земле. И би останал още дълго време на земята. И смог бы он сохранить свое спасение. Дали би могъл да запази спасението си. Вот спастись. Да се спаси. И сохранить свое спасение. И да запази своето спасение. А еще больше укрепиться, да укорениться. Укрепи. В своем спасении. И да стане стабилен в своето спасение. Это намного тяжелее. И много по-сложно. Потому что так Слово Божие говорит. Защото така казва Словото. И давайте я еще одно место открою. И още едно място ще отворим. Давайте мы вместе откроем первое послание Иоанна, 2 глава. Первое послание к Иоанн. С первого стиха. Вторая глава. Глава с первого стиха. Вторая глава, первый стих. Я уже буду заканчивать. Будем переходить к трапезе Господней. Дети мои, пишет апостол Иоанн, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисус Христа праведника. Вот желание апостола, чтобы мы не согрешали. Желанието на апостола е да не грешим. Жизнь ученика или последователя Иисуса Христа. И живота на ученик или последователь на Иисус. Это жизнь в его святости и в его праведности. Твой живот в неговата праведность и святость. В праведности Иисуса Христа. В праведности на Иисус. В праведности по вере. В праведности според вяра. Сердцем верить к праведности. Да вярваме в сърцето си в праведности. Не под властью греха. Не под властью на греха. А под властью праведности и благодати. Обаче под властью на праведности. Ну даже если бы мы и согрешили, написано.
то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. То есть любой из нас может согрешить. То есть всякий один от нас может да согреши. Никто не застрахован. Никой не застрахован. Но мы имеем ходатая. Обаче си имаме ходатай. Мы бежим к нашему ходатаю. Ни утиме при нашей ходатай. К нашему защитнику. При нашей защитник. К нашему адвокату. При нашей адвокат. Исповедуем грехи наши. Исповедуем греховете си. И кровь Иисуса Христа. И кровта на Иисус Христос. Очищает нас от всякого греха. Не причиствовал всякий один грех. Вы знаете, есть грехи делания, есть грехи неделания. И има грехове на правильные, а има грехове на неправильные. Вот что такое грех неделания? Какое греха на бездействие? Вот есть только один грех неделания, из которого вытекают все остальные грехи. Има один грех на бездействие, от който произлизат другие грехове. И какой это грех по Евангелию? И кой это за грех? Грех, что не поверили в Иисуса Христа. Грех, че не сте повярвали в Иисуса Христа. Это слова Иисуса Христа. И това са думите на Иисус. Говорит, придет Дух Святой. Той казва, че ще дойде и обличит Дух, вас. И ще ви обличи. Об одном грехе. За один грех. Иисус Христос так говорит. Иисус о грехе. Иисус Христос казва, за один грех. Что не поверили в меня. Че не сте повярвали. Нету других грехов. Няма други грехове. Более страшных, чем вот этот грех. По-страшнее от този. Все остальные грехи вытекают из неверия. И всички останали грехове произлизат от неверието. Из неверия в Иисус Христа. От неверието в Иисус. Почему? За что? Потому что Иисус Христос это та личность. Защото Иисус е онази личност. Которая дает силу Святого Духа. Която дава силата на Святия Дух. И силу благодати. И силата на благодатта. Познание истины. И познанието на истината. И владычество. И владычеството. Владычество его безграничной любви. Владычеството на неговата безкрайна любов. Которое входит в наши сердца. Която влиза в нашите сърца. Чтобы властвует над нами. За да властва над нас. И когда это владычество приходит, и когато идва това владичество, мы получаем мощную власть. Ние получаваме една мощна власть. Власть детей Божьих. Властта на Божиите деца. Чтобы противостоять всякому греху. Да се противопоставим и всякому соблазну. И на всякий соблазн. Скажи на это аминь. Кажете аминь. Написано, нет такого соблазна. И няма такъв соблазн. Который мы не можем преодолеть. Който да не можем да преодолеем. Потому что при искушении. Защото при искушение. Мы имеем силу Святого Духа. Ние имаме силата на Святия Дух. Чтобы противостать. За да се противопоставим. Аминь или не аминь? Ну, так написано, это правда. Така пише, и това е истина. Кто утверждает обратно о том, что, ну... И който твърди обратното... Я грешник. Ами аз съм грешник. Аз съм беден грешник. Я не могу противостоять. И не мога да си противопоставя. Так никто не говорит, что ты можешь противостоять. Никой не казва, че ти можешь. Слово Божие говорит, что мы противостоим вере. Божие это слово указывает, что все противопоставим через Иисус вера. Христос может в нас. Иисус Христос может в нас. Слово Божие говорит, что тот, кто в нас. И слово указывает, что този, който е в нас. Он больше того, кто в этом мире. Той по-голямо този, който е в този свят. Вы знаете, вот в этом слове больше. И в тази дума повече. На самом деле. Всъщност. Сокрыта колоссальная истина. И скрыта много голяма истина. Больше. Повече. Вот тот, кто меня наполняет. Този, който ме напълва. Знаете, есть метод, принцип вытеснения. Има принцип на изтисване. Если я наполняю свою жизнь Богом. Ако пълня живота си с Бог. Все то, что не Божье. Всичко онова, което не е от Бога. Оно вытесняется. То се примахва. Оно уходит. Изтисква се. Так получило очень много освобождения от наркотической зависимости. И така много хора получават освобождение от наркотической зависимости. От алкогольной. От алкохола. От какой угодно, от игорной. От каквито идеи. Кто-то сейчас в игры играет, в казино проигрывает все свои состояния. И не может противостать. И не может да се противопостави. Какой выход? Какъв е исхода? Наполни свое сердце Богом. Да наполниш сърцето си с Господ. Он больше всего. И то е повече от всичко. И когда ты это позволишь, и когато го позволиш, он вытеснит все то, что ему не угодно. Той ще примахне всичко, което не му е угодно. Кажете аминь. Слава нашему Господу. Я продолжаю. И продолжавам. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Иисус Христос – умилостивление за грехи всего мира. Грехове на целия свят. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Скажи аминь. Вот последователи, ученики Иисуса Христа. Последователи и ученицы на Иисус Христос. В этом мире. В този свят. Поступают точно так же. Поступат. Как когда-то поступал Иисус Христос. По същия начин, както Иисус Христос е поступал някога. Возлагают руки на больных. Възлагат ръце върху болните. И те получают исцеление. И те получават исцеление.
молятся за воскрешение. Молятся за воскресение. Пусть не всегда, но периодически люди и не винаги, обаче, понякога хората воскресват. Молятся за освобождение. Молятся за освобождение. Вы знаете, вот статисты так проследили. И статисты забелязали что нечто, за вот эти 3.5 года, что през тези 3.5 года в некоторых районах, в някои райони, и в некоторых городах, и в някои градове, Иисус исцелил всех. Иисус исцелил всички. И это в Евангелии написано. И това го пише в Евангелието. И так и написано, исцелил все болезни. И пише, что исцелил всички болести. Исцелил всех от болезни. Исцелила всички от болести. Демоны уходили. И демоны са заминавали. И это были целые районы. И това са били цели райони. Это были целые города. Или цели градове. И таковых людей было. И такива хора. Ну что-то за все служение что-то около миллиона. Са били около 1 000 000. И все слышали об Иисусе Христе. И всички са чували за Иисус Христос. Все знали о Нем. Всички са знаели за и Него. И вот можете себе представить, что вот примерно от этого 1 000 000. И някъде от този 1 000 000. У Иисуса Христа. Иисус Христос. Вот такой был довольно обширный кастинг. Я имел доста широк кастинг. 12 учеников. 12 ученици. Потом, правда, чуть позже 70 апостолов. След това 70 апостоли се станали. Были другие последователи. И след това имало и други последователи. Но кто остался через 3.5 года? Обаче, кой останал след 3.5 года? Чуть больше 12 человек. Малко повече от 12 душ. 12 апостолов. 12 апостоли. Один из них предал Иисус Христа. Един от тях е предал Иисус Христос. Петър отрекся трижды. Петър се отрекал 3 пъти. И в конечном итоге, когда Иисуса повели уже на Голгофу. И в крайна сметка, когато водят Иисус към Голгота. Все ученики разбежались. Всички ученици са избягали. От страха перед смертью. От страх пред смъртта. Потому что их реально могли тут же вот так просто всех поубивать. За что-то биха могли да ги убият. И я опять возвращаюсь. Я снова се връщам. Вот к этому стиху. Към този стих. А что мы познали? Его узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит? Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 стиха. 4 стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. И смотрите, какая картина вот по этому месту Писания. И какая картина-то? Я скажу прямым текстом. Я скажу в прав текст. Любой христианин, всякий христианин, который называет себя христианин, който си нарича христианин, и говорит, что я познал Иисус Христа, и казва, че аз познах Иисус Христос, но не живет по заповедям Иисуса Христа, обаче не изпълва заповедите му, по вот этому месту из Писания, според това място, апостол Иоанн называет таких людей лжецами, нарича такива хора лжецы, в которых нет истины, в които няма истини, это не христиане вовсе, и това не са християни изобщо, это лжецы, това са лжецы, так говорит Святое Слово, така казва Святото Слово, поэтому не называйте себя, пожалуйста, христианами. И за това не се наричайте християни. Если вы не живете по заповедям Иисуса Христа. Ако не живете според заповедите на Иисус. Не любите ненавидящих вас. И ако не обичате тези, които ви мразят. Не прощаете. Ако не прощавате. Не благословляйте тех, кто вас проклинает. Ако не благославите онези, които ви кълнат. Не благотворите ако нищим. Благотворите. Потому что Иисус Христа. Дарение на нищите. У Иисуса Христа все очень просто. Защото при Иисус всичко е лесно. Когда он говорит о том, что вот вы, казва, че, ето ви, обращаясь к определенным людям, то есть обръща към определени хора, вы накормили меня, ви сте ме нахранили, вы посетили меня, ви сте ме посетили, вы одели меня, ви сте ме облекли. И люди тогда скажут, когда мы и хората накормили, ще питат, кога сме те когда нахранили, мы одели тебя, кога сме те облекли, когда мы посетили. И кога сме те посетили. Иисус Христос говорит, когда вы накормили хотя бы одного из малых сих, и Христос казва, когато сте нахранили поне един от моите, вы накормили меня. Бедни хора, вие когда вы посетили кого-то в тюрьме, когато сте посетили някого в затвора, вы меня посетили. Ви сте посетили мен. Ну, так же, да, написано? Така пише, нали? У Иисуса Христа все очень просто. При Иисус всичко е лесно. Делаем ли мы это? Дали го правим? И я опять возвращаюсь к книге Откровения. И отново се връщам към книгата Откровение. Вторая глава. Третья глава. Что советует нам Иисус Христос? Какво ни советва Иисус? 3 глава с 18 стиха. 18 стих. Слова Иисуса Христа, нашего Господа. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться,
и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И это Иисус Христос обращается к христианам. Иисус Христос все обращается к христианам. Покайтесь. Покайтесь. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен и покай. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». И, знаете, закончу сегодня на хорошей ноте, да? Я переключу на хубава нота. Я недавно проповедовал на молодежной конференции. Наскоро проповедовал на молодежской конференции. И тоже брал это место. И също взех това място. И говорил такое откровение. И казах едно откровение. Это откровение. Твое откровение. И мне просто пришло такое. Имя людей. Что вот в книге Откровения, во второй и третьей главах. Чего в книге-то Откровение, вторая и третья глава. Перечисляет, что Иисус Христос обличает какие-то церкви. Все приблюдают това, как Иисус обличал някакви церкви. Какие-то церкви хвалит. И някои от церкви ги хвали. И потом дают какие-то обетования. И после дава някакви обетования. Какие-то награды. И някакви награди. И говорит в одном месте, что победителю. И в одном месте указывает, что на победителите. Дам то-то и то-то. Ще дам това или това. Сделаю столпом в храме моем. Ще направя като стълб в храма си. Уже не выйдет вон. И няма да излезе вън. Дам новое имя. И ще ви дам ново име. Запишу в книге жизни. Ще запиша в книгата на живота. И все эти награды, они прекрасны. И всички тези награди са прекрасни. Двум церквям Иисус Христос вообще не говорит ничего плохого. На две церкви Иисус изобщо не казва ничто лошо. Вот только хорошие вещи. Само хубави неща. Предпоследний период церковь Филадельфия. И в предпоследний период церквата на Филадельфия. Ни одного замечания. Ни то одна забележка. Ну вот Лаодикийский период. Обаче Лаодикийский период. Там вообще ничего хорошего нет. Там няма изобщо ничто хубаво. Слепой, нищий. Сляп, нищ. Глухой и так далее и тому подобное. И така нататък. Но в моем представлении. Обаче в моем представа. Иисус Христос обещает. Иисус Христос обещава. Именно в последний период. Именно в последний период. Самую величайшую награду. Най-великата награда. Скажи, величайшую награду. Скажите, най-великата награда. Величайшую награду. И что это за награда такая? И какова е тази награда? А прочитайте. Прочитайте. Побеждающему дам сесть. Този, който побеждава, ще му дам да седни до мен. На троне моем. На моя трон. Вы знаете, это самая великая награда. Това е най-великата награда. Почему? Защо? Потому что здесь Иисус Христос обещает тебе, что ты будешь сидеть там с Ним на троне. Защото Иисус Христос обещава, че ти ще стоиш до Него на трона. Как вместе с Ним мы не приобретем всего, что Ему принадлежит? И с Него ще придобим всичко, което Му принадлежи. Вся та власть, которую Иисус Христа. Цялата власть, която има. Над всей вселенной. Над цялата вселена. Все Его царство. Цялото Му царство. Но самое главное. Обаче най-важното. Это близость. Твоя близостта. С всемогущим Богом. Со всемогущия Бог. Самые близкие отношения. Най-близките отношения. То есть сидеть рядом с Ним. Да стоишь до Него. Обнимать Его. Да Го прегръщаш. И любить Его. И да Го обичаш. Всем своим сердцем, всей душой. Цялото си сърце и цялата си душа. Всем своим разумением. Целия си разум. Ну разве это не прекрасно? Не или прекрасно? Какая самая награда для невесты? И коя е най-голямата награда за невестата? Я хочу сказать, это не какие-то сокровища. Това не са сокровища. Не самая дорогая косметика. Не и козметика. Не самый дорогой парфюм. Не и най-скъпия парфюм. Самая дорогая награда для невесты. Обаче най-скъпата награда за нея. Скажите мне. Это сам жених. Е младоженица. Скажите аминь. Кажете аминь. Потому что это правда. Защото това е истина. И вот удивительно. И учудващо. Иисус Христос. Че Иисус Христос. Обещает самую большую награду. Обещава най-великата награда. Ну вот самое какое-то вот церкви, которая на грани находится. На церквата, която е нестабилна, на границе. Которую он вот-вот и выплюнет вообще. И эту малку еще и сплю изобщо. Которая находится в таком тепленьком, тщедушном состоянии. Която се намира в много хладко състояние. А почему награда такая велика? Обаче, защо е толкова велика наградата? Я скажу почему. И ще кажа защо. Потому что последнее время. Защото последното време. Будут самые великие испытания. Ще са най-тежките испытания. Самые великие соблазни. Най-великите съблазни. И самые великие искушения. И най-великите искушения. И устоят
немногие, и ще устоят не мнозина, которые не соблазнятся, няма, които няма да се соблазнят, и которые действительно изберут Иисуса, и които наистина ще изберут Иисус, всем этим сокровищем этого мира, пред цялото сокровище на ради този Иисуса, свят, заради Иисус. Победители, я говорю сейчас о победителях. И сега говоря за победителите. Вот в одном месте написано, и в одно място пише, мы его прочитали, о том, что Иисус Христос, Он победил. За то, что Иисус Христос и победил. А как Иисус Христос победил? А как и победил? Вот Иисус Христос, Он не победил. Иисус Христос не победил. Вот в нашем человеческом представлении. Вот в нашей человеческий разум. Вот мы не увидели такого, что Иисус Христос на коне там всех вот так сечет, не смеем рубит, ли, че той на коне и поражает. Реже всички и поразява всички. Какая была победа Иисуса Христа? Какая была победа тому? Он душу свою отдал. Той дал душата си. Душу свою отдал, жизнь свою отдал. Дал живота си. И в этом была его победа. И в това и била победа тому. Это была победа его любви. Това и била победата на любовта му. Его любовь победила. И неговата любов и победила. На Голгофском кресте. На Голгофский крест. Не сила. Не то сила. Любовь. А любовта. Это победа Иисуса Христа. И това и победата на Иисуса. Какая наша победа? А каква е нашата победа? Когда мы пойдем за Иисусом Христом. Когато го следваме. И сделаем то же самое. Ще направим същото. Отдадим душу. Ще дадем душата си. Заради Иисуса Христа. Заради Иисус. И вы знаете, Иисус Христос, Он говорит, Иисус купите Христос у казва, меня. Купите. От мен. Как мы можем купить? Как можем да купим? Какая валюта на небе? Какая валютата на небесата? И вы знаете, Иисус Христос продемонстрировал валюту. И Иисус Христос демонстрировал валютата. Там на небесах? Там на небесата. Котируется только одна валюта. Се котира само една валюта. Это сердце за сердце. И твое сердце за сердце. Это душа за душу. Душа за душа. Сердце за сердце. Сердце за сердце. И душа за, за душу. И душа за душа. И жизнь. И живот. За жизнь. За живота. Иисус Христос эту цену. Иисус Христос тази цена. Уже заплатил. Вече я и платил. Не частично. Не то частично. Не кусочками. Не то по парченца. А вот так вот полностью, целиком и тотально. А наполну. Просто взял и отдал всю свою и исцял, жизнь. И дал целый си живот. Не поскупился. За каждого из нас. За всякий один от нас. Готовы ли мы сегодня? И дали сме готови днес. Заплатить ту же самую цену. Да платим същата цена. И купить у него. И да купим от него. Глазную мазь. Мазь за очите. Вы знаете, мы начинаем хорошо видеть духовный мир. И започваме добре да виждаме духовния свят. Только тогда, когда мы полностью посвящены Иисусу. Само когато сме напълно посветени на Иисус. Одежду. И дрехите. Белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота. Белите дрехи. Одежда праведности. За да се покри. Вот не бывает такой частичной праведности. Не, няма такава частична праведность. Я только немножко вот одной ногой буду в церкви. Само с един крак ще съм в църква. Одна нога будет в мире. Пък другия крак ще в света. Но через эту правую ногу мою я буду вечно освещаться. И через десния си крак ще се освещавам. Но вот это не пройдет. Обаче това няма да мине. Бог не принимает полумер. Бог не приема полумерките. Полностью оправданы мы. Наполно оправдани. Омыты и освящены. Наполно умити и освятени. Тогда, когда мы полностью посвящены Иисусу. Некогато наполно посвятени на Иисус. И это очень логично. И това е много логично. Вы знаете, когда ты полностью сокрыт. Когато си наполно скрит. Во Христе Иисусе. В Христос. Тебя там никто не достанет. Там никой няма да те намери. Дьявол будет бежать от тебя на всяком месте. Дьявол ще бяга от тебе на всяко място. И купите у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Что есть золото по Писанию? Какво е златото според Писанието? Золото всегда было прообразом веры. Златото винаги е било прообраз на вярата. Самый мощнейший проводник на земле. Най-мощният проводник на земята. Это платина и золото. Това е платина и злато. И это прообраз веры нашей. И това е прообраз на нашата вяра. Которая призвана проводить. Която е призована да провежда. Невероятную мощь и силу. Невероятна мощь и сила. И быть проводником Божьей славы. И да бъде проводник на Божията слава на тази земя. И мы сегодня подходим к трапезе Господней. Стигаме до трапезата. И я хотел попросить служителей, и аз бих искал да помоля Александра нашите Зановича, служители. Андрей Ли, рукоположенных, подойти, помочь мне. Да дойдат да помогнат. И я еще раз прочту место, которое сегодня к трапезе Господней. И още веднъж ще прочита място, което се отнася към трапезата. И оно написано в книге Откровения, 3 глава. Книга Откровения, 3 глава. С 20 стиха. От 20 стих. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной.
Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил. Да, именно здесь Иисус Христос говорит о своей победе. Как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Последняя мысль перед трапезой. И последняя там и мысль. Кто воссядет на троне с Иисусом? Кой ще седне на трона с Иисус? У кого будут близкие отношения с Иисусом? Който има близки отношения с Иисус там на небесата? У тех, кто развил эти близкие интимные отношения. У нези, които са развили близки отношения. Здесь на земле. Тук на земята. Те, которые посвятили свои жизни Иисусу. У нези, които са посвятили живота си на Иисус. Те, которые постоянно открывают ему двери своих сердец. У нези, които постоянно отварят вратата на сърцето си. И позволяет Иисусу войти. Позволяют на Иисус да влезе вътре. И совершить свою вечерю. И да извърши своята вечеря. Трапезу своей любви. Трапеза на своята любов. Будьте благословенны. Будьте благословенны.